Добрый день и снова приветствуем вас на канале «Сточка». И продолжаем знакомить вас с нашими позициями. В частности, сегодня мы хотим познакомить с детскими миксами. Один из них – это Children Use, Prince Summer, C&A Only Kids, Reserved, Disney, H&M, Georg. Страна Германия, в лоте 10 килограмм. По единицам здесь 87 единиц. Но хочу заметить, что я считала, если это комплект, то это единица. В частности, это одна единица. Вот такая рубашка пола на мальчика и шорты. Размер на 2 года. Такие джинсики на подкладе, рост 86. Футболка на девочку, рост 110-116. Все вещи из натуральных тканей в составе хлопок. Вот такой хлопковый джемперочек на возраст 3-4 года. Детская рубашка пола на возраст 3 года. Вот такая вот чудненькая футболочка. Совсем на новорожденную девочку, возраст 1-3 месяца. Такая вот танковка на девочку, рост 122. Костюмчик. Такой вот топик и шортики на возраст 8 лет. Такая удлиненная блуза-туника с двумя нагрудными карманами на супадной застежке, почти как на взрослого, на рост 152. Футболка. Сбоку она расстегивается для удобства одевания. И возраст здесь у нас совсем не маленький, скорее всего, 3-6 месяцев. Еще одна танковка, тоже на плече клепочки, на рост 92. Такая вот танковочка на рост 80. Бодик, рост 62. Аналогичная, вот как же там маленькая была, вот такого же плана. Вот я ее еще раз достану. Вот такого же плана на 62 рост. Футболка на девочку рост 110-116. Также по составу еще раз оговорю, что в составе везде катон. Большая часть, в частности в этой футболке, катон 95,5 вискоза. Лосинки детские на 4 года. Комплект боди. 5 штук комплекта на рост 92. Вот такие вот босоножки. Искусственная кожа, эко-кожа, скажем так, с ортопедической подошвой на размер 21. Смотрите, везде липучки, то есть легко одеть, легко снять с ребенка. Шорты на рост 152. Футболка тоже на плечике, на клепочках для удобства одевания на рост 3 года в среднем. Такая на девочку футболка с принтом на груди, 14 лет возраст. Спортивного плана штанишки на 12 лет. Такая вот 2 в 1 комплект, футболка и сетчатая, как бы балерушка футболка на возраст, на возраст 11-12 лет. Шорты тоже 100% катон на 10 лет. Лосины утепленные, трикотажные, внутри небольшая байка на возраст, на рост 68. Футболка на рост 146-152. Еще одна белая футболка, так поближе покажу, как она смотрится. 98-104 ростовка. Такая нарядная тоже двоечка, топ и сетчатая основа черного цвета с рукавом. На девочку на рост 146-152. Еще очень интересное дополнение к гардеробу девочки на топ одеть, либо просто так на возраст 6 лет. Детская футболка на девочку на рост 134-140. Еще одна футболка на 12 лет. Такая вот танковка на мальчика на возраст 130, на рост 134-140, это 9-10 лет где-то. Танковка на девочку в полоску, спереди такой же принт в виде бок, на рост 46-152.
Синтетические плавки для купания на мальчика 98-104 рост. Вискозный топ. Прям по ощущениям даже смотреть. Вот просто 134-140. И по ощущению, что это 100% вискоза. Да, я не ошиблась. Все равно ткани они видно, качество и на ощупь. Размер футболки 158-164. Боксер на мальчика на 1 год. Шорты на девочку на возраст 4 года. Комплект боди на 5 штук в комплекте. Возраст 60, рост 68. Детские трусики на девочку. На возраст, на рост 98-104. Такие лосинки, тоже 100% хлопок. 36 месяцев, это 3 года. Еще одна двойка на девочку. Топ и футболка. Футболка вискозная. Топ полиэстер. Не буду, я думаю, понятно. На рост 158-164. Тамковка на девочку. На рост 146-152. Боксеры на мальчика. На рост 158-164. Детская майка на 8 лет. Детские штанишки на пояске, то есть внутри небольшой флисик на 6-9 месяцев, просто рост 74, футболка, рост 146-152, такие штанишки, на рост 86, поло на мальчика с длинным рукавом на 12 лет, футболка, на рост 146-152. Брючки черного цвета на мальчика фирмы H&M на возраст 4-5 лет. Как раз самый такой дефицитный возраст на вещи. Шорты на 8 лет. Рубашка на 92 рост. Футболка рост 152 на мальчика. На девочку вот такая вот блузка. Рост 146-152. Шорт на мальчика. Здесь будет 18 месяцев возраст. Такая интересная майка. Летняя, прям летняя, яркая. Детские вещи всегда вызывают позитив. На рост 146-152. Юбочка на девочку длинная. Сзади такая немножко удлиненная, спереди покороче. На 10-12 лет. Вот такая чудненькая бодик-рубашка на мальчика с бабочкой на рост 80-12 месяцев где-то. Вот такая там колочка, рост 74, боди на 62 ростовка. Футболка на девочку на 14 лет. Платье на девочку на подкладе, сверху сетчатая основа, вся такой звездная выработка в виде звезд, на возраст 164. Футболка на мальчика, рост 134, тамковка детская, рост 74, шорты, рост 146, спортивного плана штанишки, такой интересный вариант, на девочку, на рост на 12 лет возраст. Футболка на мальчика рост 122-128. Такая тамковочка на ребенка с оплёточками на плече для удобства одевания. 68 рост, аналогичная. 92 рост. Такого же плана. 86 рост. Джинсы на 110 ростовка. Это где-то 5 лет. Поло 24 месяца на мальчика. Поло такой вот интересный. Шортики на девочку 8 лет.
брючки маленькие, очень маленькие фирмы Бенетон на 3-6 месяцев. Велюровые штанишки на возраст 86. Рубашка поло на 2 года. Костюмчик, футболка, тоже на пуговках у плеча легко одеваться будет, на 6 месяцев. И к ней шортики. То есть такой изумительный комплектик получается. Детский полукомбинезон. В комплекте такая мальчик у него. На 4 года. Поло на мальчика. Рубашка поло. Рост 122-128. Вот такие теплые. Спортивного плана штанишки, 2 кармана на молниях, флисик внутри. Так, на возраст. Скажу, очень сложно торговать. Так. Так, я думаю, что это 10 лет где-то. И также у них все имеются вот такие колготки 2-3 года, носочки на 4-6 лет, комплект трусиков на мальчика на 3 года, колготки капроновые на девочку 4-6 лет, такие изумительные носки, как носки-перчатки, я бы сказала, для каждого пальчика свое отделение. Он сайз, скорее всего, идут так, без пяточки. Верх от купальника и очки солнцезащитные. Этот микс сейчас у нас идет по акции 17,5 евро за килограмм. Спасибо за внимание.